Это видео о том, как исправлять петух в параллельное положение, то есть, чтобы он был параллельно звездам, и, соответственно, чтобы переключатель был параллельно звездам. Если у вас нет определенного инструмента для выправления петуха, нету пассатиш, есть только лишь отвертка, вот примерно вот такая. Но главное, чтобы отвертка была именно такая, с битами, а не просто шестигранник. Что для этого требуется? Мы вставляем отвертку внутрь. Соответственно, у нас, если это XT-шка, то и тому подобное, у нас тут не доходит до шестигранника. И у нас просто тут болтается. Мы, получается, рычагом нажимаем, вот получается вот так вот нажимаем, и тем самым, получается, выгибаем в эту сторону, то есть разворачиваем. Если же мы поднимаем вверх, то получается мы петух выправляем именно с этой стороны, то есть если он как он был придвинут к звездам вот так вот, то мы его выправляем, чтобы он был в вертикальном положении. Ну, сейчас вот так вот покажу. Так, если же мы хотим выправить продольно, то мы вот так вот на себя, либо от себя, ну, в зависимости от того, как развернут петух. Обычно именно на себя требуется. Если же у нас вот так вот подвинут, то мы, получается, вверх выправляем. То есть, опять же, нажимаем вверх. То стоит это делать не очень усиленно, потому что петух все-таки из алюминия сделан, не из стали. Поэтому гнется он хоть и несложно, но он очень хрупок все равно. Определенное давление он может выдержать, но если вы будете проводить это резко, он может сломаться.